Всем привет! Короткое видео по ходу работы. Вот такие стульчики в ремонте. Хозяин вогнал сюда вот такие вот саморезы. И тут остались такие ямки от шляпок и отверстия. Значит, надо было срочно такие вот мне сделать заглушки. Вот. Значит, я их сделал по-быстрому на скорую руку. Вот такое вот решение я применил. Мне потребовалась вот такая вот гайка. Резьба М10. Снаружи она 12 мм. И сверло 10,3. Я до половины просверлил сверлом 10,3. Дальше взял обрезанный болт, две гайки, обточил внешнюю под ключ на 19, чтобы можно было ключом откручивать. Вот, само присадочное у меня не сверло, ну такая зенковка с направляющей, она М10. Вот диаметр у нее, вернее, не М, а диаметр 10 миллиметров. Вот 10, здесь сверлим 10,3, разница 0,3 миллиметра. Получается, так вот плотненько входит. Вот, плотно входит. Даже вот просто вставил, уже вынуть невозможно. Вот. То есть вот эти вот мне придется заделывать. Вот для этого вот я и заморочился. Сейчас покажу, как работает. Какие-то здесь сразу отрываются, остаются там в насадке. Какие-то здесь остались, потом их выкурю. Ну, то есть вот оно там осталось у нас сейчас. Ну, тут все это быстро делается, да. Я просто сейчас в одной руке, у меня телефон, немного неудобно мне одной рукой. А вот выковыривать, ну, в общем, неудобно. Сейчас карандаш только сломаюсь. Вот, ну, довольно-таки она легко оттуда вылетает. Вот. Так что вот принимайте на вооружение. Вроде все рассказал. Всем пока.